Всем привет, мы ученики третьей школы и хотим поинтересоваться у людей. Мы хотим задать им три простых вопроса, но хотим узнать три простых ответа. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Адучиева Алла Владимировна. Алла, а вы знаете трех богатырей из эпоса Джанго? Из эпоса Джанго, насколько я помню, Хонгр, Савр и Миньян. Я знаю Алтана, Савр, ну и сам Джанго. Аракуан Хонгар, Сехонс Мингиян и Джангар. А можете назвать трех героев Великой Отечественной войны из Калмыкии? Не знаю. Каких вы трех знаете писателей Калмыкии? Я знаю, ну вот Амурсанан, затем Босисан Гаджиева и... И Давид Кугутинов. Ой, я просто не местный, я приезжий, я гость. Калмыкии не знаю. Трех не знаю. А вы, может, узнаете каких-нибудь калмыцких писателей? Кугутинов. Давид Кугутинов. Сангабатор. А, нет, это не тот, да. А следующий вопрос. Знаете каких-нибудь героев Калмыкии, участвующих во Второй мировой войне? Вы такие... Можете назвать хотя бы несколько богатырей оттуда? Что за вопросы? Конечно, знаю. Всех знаю. Джангар, Хонгар, Савр, Мингиян. Что еще? Ну да, знаю. Кажется, насколько я помню, это Гарри Дриков, Деликов и Ачир. Но вот у меня прям... Фамилия точно не могу вспомнить. Ну хорошо, а теперь назовите трех калмыцких писателей. Ну, насколько я помню, что Давид Кугутинов, у него был юбилей недавно, и Амурсанан, и Кален Санджи. Спасибо, до свидания.